Приветствую, дорогие мои. Сегодня мы поговорим про конструкцию, которая обозначает ближайшее будущее на примере фразы I'm gonna kick your ass. Несмотря на то, что глагол kick сам по себе переводится как пнуть, само выражение значит «я надеру тебя зад». I'm gonna kick your ass. Но что такое gonna? Gonna — это разговорное сокращение выражения going to. Значение абсолютно такое же. I am going to kick their asses. To в этой конструкции обозначает неопределенную форму глагола, и так как она уже включена в слово gonna, к ней можно добавить любой глагол в нулевой форме. I'm gonna have to kick your ass. Сама по себе конструкция going to и ее разговорная форма gonna указывает на ближайшее будущее, в отличие от любого из времен future, который указывает на запланированное будущее. I'm gonna kick your ass. То есть в целом отличие going to от обычного будущего времени в том, что оно указывает на то, что события уже начали происходить. I'm gonna kick your asses. Мы также можем использовать время present continuous для обозначения того, что действие уже прям совсем неизбежно и произойдет через микросекунду. I'm kicking your ass. Ну и последнее. Есть похожая по звучанию конструкция gotta, которую можно перевести как должен. Будьте внимательны, не перепутайте их. Someone's gonna kick his ass. На сегодня все. Все интересующие вопросы можно оставить в комментариях под видео. Детерминизм. I'm gonna kick your ass.